Всем привет, ребят, с вами Лего, и сегодня у меня в гостях очень необычная игровая гарнитура Каугар Мегара. Ну что, давайте перейдем к распаковке, не будем таить, и посмотрим, что она из себя представляет. Поехали! В общем-то, вот такая вот обычненькая коробочка в черно-оранжевых тонах. Как вы знаете, Каугар любит свой оранжевый цвет. На задней стороне вы видите преимущества данной гарнитуры, и на лицевой стороне вы уже можете увидеть данную гарнитуру. То есть при покупке вы уже сразу можете посмотреть визуально, подходит она к вам или нет. Итак, что у нас внутри? Парам-барам-бам! Очень аккуратно и легко открывается у нас коробочка. И внутри коробочки у нас уже лежит данная гарнитура. Ну что, ребят, а внутри данной коробки вы увидите вот такой вот чехольчик черного цвета. Он тканевый. Здесь есть две завязочки. То есть вы можете положить свою игровую гарнитуру сюда и куда-то перенести. Очень приятно. И на лицевой стороне имеется логотип Каугар. Далее у нас идут амбушюры. Именно здесь в пакетике два типа, и еще на наушниках один тип. То есть всего три типа амбушюр. Маленькие, средние и большие. Как вы поняли, уже сама гарнитура. Кстати, кабель выполнен из оранжевого цвета, что в принципе очень бросается вам в глаза. Очень ярко, очень стильно. И переходничок для ПК. Естественно, 3,5 для один мини-джек для звука и второй мини-джек для микрофона. Гарантийный талон и инструкция, как и что работает. Ну что, ребят, плавно переходим к нашей игровой гарнитуре. Сама гарнитура у нас примерно метр с лишним длиной. И у нас имеются два динамика с гравировкой на внутренней стороне, левая сторона и правая сторона. Давайте подробнее разберем левую сторону. По левой стороне установлены динамики аж 13,5 мм. Не каждая гарнитура может этим похвастаться. И также здесь имеется съемный микрофон. И что я хочу добавить обязательно, в этой гарнитуре имеются два микрофона. Ну, как обычно, один для такой гарнитуры в том месте, где он и предназначается обычно для таких вот маленьких наушников, и второй выполнен по 3,5 в таком вот съемном плане. Его можно как вставить, так и вытащить, и это очень сильно удобно. И сейчас я попозже расскажу, для чего все это применяется. Также вы видите гравировку оранжевого цвета Каугар. И, в общем-то, далее уже идут динамики. И вот эти вот динамики, грубо говоря, они встраиваются прямо вам в ухо. То есть они прямо направлены в ваше слуховое отверстие. Это сделано для того, чтобы они никуда у вас не слетали и никуда не пропадали. Одевается все это дело очень свободно, очень легко. Здесь я совсем забыл сказать про такую резиновую хватку, которая вставляется в ваше ухо и спокойно держится и не дает выскользнуть. Для чего это надо? Для того, чтобы вы могли, допустим, одевать гарнитуру, одевать на голову шапку и ходить, то есть бегать или еще что-то. Естественно, когда вы делаете какой-то активный отдых, вы микрофон снимаете так как он съемный, и уже пользуетесь данной гарнитурой в повседневной жизни. Допустим, это у вас телефон, то есть вы можете слушать музыку. Я вам точно могу сказать, что с 13,5 мм динамиками здесь вы услышите насыщенную звуковую картинку. Но не стоит забывать, все-таки наушники неполноценные, но могут дать фору именно каким-то слабым трендом, которые
которые вы используете у себя в жизни, допустим, какие-то no-name наушники, вот так вот могу я сказать. То есть сейчас вот в таком плане наушники предназначены для того, чтобы слушать музыку и общаться, грубо говоря, по hands-free при помощи вот такого вот управления. По управлению мы сейчас перейдем чуть дальше. Еще забыл сказать, что вот этот вот держатель прорезиненный, его можно снять, если он вам мешает. Но мне с ним намного удобнее. То есть, мало того, то, что у вас амбушюры уже направлены и вставляются прямо в ваше ухо, так еще и вы делаете вот такой вот простой элемент, закручивающийся, и у вас очень хорошо фиксируется в ваших ушах наушник. Ну все, пойдем дальше. Если у вас наушник пытается вылезти из уха, вы меняете амбушюры, ставите намного больше. Если они у вас не влазят, вы ставите амбушюры намного меньше. То есть полная качественная настройка. С этим планом мы разобрались, что для одного вида действий наушники предназначены, то есть для активного отдыха или для активных пробежек. Теперь перейдем к варианту номер два. Допустим, вы также захотели поиграть в какую-то игру, и вам нужно воспользоваться пиком, скайпом или рейд-колом, то есть любой программой для общения с вашими тиммейтами. Вы берете переходничок, и у вас превращается игровая гарнитура уже в полноценную, как ПК. Вставляете мини-джек красный в красную, зеленый в зеленую. Здесь расцветок нету, здесь они наконечники темные, но нарисованы на самих уже джеках, на пластмасске. Это наушники и микрофон. Вот здесь вот есть такие две гравировки. Установили. Теперь на левую сторону вы подключаете микрофон. И у вас уже гарнитура превращается как бы в полноценные наушники, и вас тиммейты очень хорошо будут слышать, и уши ваши не будут еще потеть, это очень огромный плюс. И, в общем-то, уши у вас не будут уставать. Если вы накатите музон на полную громкость при помощи этой игровой гарнитуры, я вам честно могу сказать, вы не сможете слушать музыку, потому что они очень достойно играют. Что еще? Пульт управления, естественно, принятия звонков. Но здесь именно показывается, что по перемотке треков, по пуску треков и по паузе треков. Естественно, также этот пульт работает как hands-free, то есть принятие звонков и вызовов, и остановку, и выключение. Что еще, в принципе, я хотел добавить? Это очень индивидуальная гарнитура, очень такая минимизированная, то есть если у вас нету много места, но вы хотите с собой что-то взять в поездку, в поезде, вот особенно важно, допустим, в транспорт, в котором особенно еще и есть интернет, то это просто незаменимая штука. Вы спокойно себе где-то в углу сели, одели наушники, подключили микрофон и, допустим, запустили какую-нибудь чат-рулетку, да, и вы можете спокойно с собеседником разговаривать, он вас может отлично слышать, вы его отлично слышите, и при этом здесь есть еще и шумоизоляция, вас не будет тоже слышно. Также при подключении вот микрофона вы можете разговаривать с кем угодно. Ну что, ребят, перейдем к плюсам и минусам данной гарнитуры. Вообще, мне очень нравится съемный микрофон, то есть я могу его спокойно убрать, чтобы на меня люди косо не смотрели на улице, что есть какой-то микрофон, и они не понимают, что происходит. Я также его могу вставить, если я нахожусь в каком-то помещении в закрытом, и у меня есть интернет, и мне нужно воспользоваться, допустим, с разговорами с тиммейтами или с кем-то еще, или, допустим, просто подурачиться и зайти в какую-нибудь рулетку для общения. Далее, еще какие плюсы. Вот этот вот кабель, видите, он четырехпиновый, и он такой вот длинный, прорезиненный. То есть это очень хорошо, что кабель у вас не запутается, и на морозе с ним тоже ничего не случится.
И, в общем-то, также это направленные амбушюры, это также 13,5 мм динамики, и то, что уши не потеют, и очень удобно их устанавливать в ваш слуховой аппарат, в ваши уши. И самое интересное, что как бы вы не дрыгали головой, что бы вы ни делали, он у вас никак не вылетел. Это просто вообще невозможно, ребята. А из минусов я хотел бы отметить, что качество микрофона, как у всех, грубо говоря, если бы сюда можно было бы еще вставить какого-то студийного плана, тогда эта гарнитура уже бы больше бы шла бы, может быть, для стримеров, и я бы с удовольствием в таких бы сидел и стримил, потому что это очень удобно. Допустим, зрители хотят видеть стрим, но у вас нету с собой вот этой вот большой бандуры конденсаторного микрофона, и если бы здесь было бы приемлемое бы качество именно микрофона, то я бы сразу бы, наверное, закупил бы как минимум три такие гарнитуры. Но, естественно, для игры данного микрофона более чем достаточно. Вас будут очень четко и громко слышно, потому что здесь направленный микрофон и съемный, он прямо находится возле вас. Вам не надо там вот сюда делать, что-то вот так вот тянуться, что-то сюда говорить. Вот, вы вставили микрофон, вы говорите, у вас очень огромный звук, вы все слышите. То есть данная гарнитура реально может дать фору некоторым и объемным наушникам. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. У нас вот такой получился быстренький обзор. Всем пока-пока!